еще несколько лет назад, когда я был в Крыму, я обратил внимание, что Крым только называется украинским. Потому что все, кто там находится, хотят безумно в Россию. И считают себя частью России. А Украина считает только на бумаге. Мне тогда как-то это запомнилось, потому что, будучи в других регионах Украины, я такого не ощущал. И тогда я подумал, неужто это возможно? И насколько это несправедливо? Это земля, на которой, в которой зарыты, закопаны миллионы жизней, которые стоят на костях наших русских людей, наших русских солдат, которые мы кровью вымочили эту землю. Сейчас на карте другого государства. Как это возможно? Это наша земля. То есть вот о чем я думал. И поэтому, когда год назад случились эти события, и Крым не только в умах и в душах населяющих его людей стал российским, но и на бумаге, и официально это был великий праздник. Не зря столько людей поддержало возвращение в лоно России. Поэтому, конечно, мы все очень рады, и надо показывать правду. И вот этот фильм про битву за Севастополь, он как раз показывает, как все было. И, конечно, печально, что украинские власти просто как халуи, выполняя указы своих американских хозяев, начинают показывать другую историю, начинают просто переписывать историю. Уже складывается мнение, да, что вообще Украина воевала против России. Скоро вообще они будут так преподносить, что они были с немцами заодно, а Россия на них напала. Но это такая подмена истории идет. То есть, и все это, причем из океана. Сами граждане Украины не поддерживают, я думаю, такую политику.